Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами побываем в советской Армении. Армения расположена на самом юге Кавказа, в Закавказье. Разнообразны ее климатические условия. В одно и то же время под жаркими лучами солнца зреют фрукты, а вершины и склоны гор покрыты вечными снегами. Сухое и знойное лето сменяется морозной зимой. В Армении мало плодородной земли, не хватает пресной воды. Но и в этих условиях трудолюбивый армянский народ выращивает сады и виноградники, строит каналы и плотины, любит эту землю и украшает ее. Это край, производящий молибден, медь, алюминий, искусственные алмазы, точные измерительные приборы, электродвигатели и знаменитые коньяки и виноградные вина. Армения – страна самобытной и древней культуры. Здесь бережно сохраняются национальные традиции. Вам расскажет об этой стране человек, который прекрасно знает ее. Директор Музея современного искусства Армении Генрих Суренович Игитян. Через несколько дней в культурной жизни нашей республики произойдет знаменательное событие. Открытие нового здания Музея современного искусства. Вместе с моими коллегами мы работаем сейчас над созданием новой экспозиции. В ней будут представлены работы самые разные по темам, манере исполнения, колориту. Все они сегодняшняя Армения, ее жизнь, ее краски. Но прежде чем рассказать о выставке, мне хочется обратиться к прошлому. История свидетельствует о том, как нелегок был путь нашего народа к сегодняшнему дню, как трудолюбивы и богаты душой мои соотечественники, несмотря на то, что им пришлось пережить. Не раз армянский народ находился под угрозой полного уничтожения. Армяне хотели жить на своей земле, растить хлеб и детей, а вынуждены были вести жестокую борьбу с врагами, уходить в горы, строить там целые города и покидать родину, спасаясь от гибели. Вдали от родины они мечтали о возвращении и завещали свою мечту своим внукам и правнукам. И только в наше время появилась реальная возможность осуществить эту мечту, вернуться на землю своих отцов, в советскую Армению. О народе, его борьбе, труде и культуре лучше всего расскажут памятники истории. Мы с вами находимся в зале фресок Государственной картинной галереи Армении. Это прекрасное собрание очень важно для нас тем, что говорит о древнейших истоках нашего искусства. Армянский народ смог выжить на этой суровой земле благодаря своему трудолюбию, упорству и еще потому, что любил эту землю и стремился сделать ее еще прекраснее. Памятники истории. Не все пощадило время, но развалины – это тоже история. Меня всегда поражает
обилие памятников нашей культуры. Армению называют музеем под открытым небом. И это действительно так. Здесь, в 9 веке до нашей эры, появилось первое государство на территории Советского Союза – Урарту. Мы вправе гордиться и храмом Гарни, и горной крепостью Гехард, и тем, что вся эта красота наконец-то обрела своего хозяина. Армянский народ – хозяин этого музея под открытым небом. И только сегодня, после истинного возрождения нашей республики, нашего народа, под охраной государства величественные храмы, многочисленные резные камни Хачкары. Взгляните на этот камень. Это не орнамент, не рисунок. Это надпись. Она сообщает об основании столицы Армении Еревана, крепости Аребуни. Дата основания – 753 год до нашей эры. Ежегодно, осенью, мы отмечаем день рождения нашего города. У каждого народа есть дорогие имена. Есть такое имя и у армянского народа. Это Месроп Маштоц. Это человек, который в 5 веке создал письменность нашего народа. Перед зданием Матена Дарана, хранилище древних рукописей, установлен памятник славному сыну армянского народа. А здесь, в монастыре, где жил и работал Месроп Маштоц, находится его усыпальница. Пятнадцать веков она бережно охраняется народом. Наши буквы не похожи ни на одни буквы в мире. С 5 века они не изменились, и их красота сохранена переписчиками до наших дней. Что же такое Матена Даран? Это хранилище древнейших рукописей не только армянского народа, но и многих других народов. Это колоссальная информация, которую древние переписчики донесли до наших дней. Это и крупный научный центр, где изучаются труды по медицине, философии, математике, истории. Здесь в хранилище находится и собрание древних армянских миниатюр. И в этих миниатюрах, и в рукописях отразилась история моего народа, красота моей земли. Мы учим своих детей понимать эту красоту. Конечно, не все они станут художниками. Представьте, что у нас сохранились детские рисунки Андрея Рублева, Маркироса Сарьяна, Пикассо, Фаворского, Дейнеки, Шагала. Как было бы интересно. Какая тесная логическая связь между работами маленьких ребятишек с искусством миниатюристов Матена Дарана. Работы юных художников собраны
в музее детского творчества, единственном в мире. Здесь работы не только армянских детей, но и ребят из многих стран мира. Краски сегодняшней Армении. Каждый художник видит мир по-своему. Но у всех этих работ один источник. Это Армения, ее краски. А сейчас я хочу познакомить вас с работами, которые, безусловно, вызывают у всех одно общее чувство. Нет войны. Так думаю я, так думают мои коллеги, художники, так думают все армяне, которые, как и их предки, хотят растить хлеб и детей, строить и созидать, а это возможно только под мирным небом. Армянам, бойцам Великой Отечественной войны. Цветы. Так называется эта картина Мартироса Сарьяна. Эти цветы – дар тем, кому мы обязаны жизнью, свободой. Мы с вами находимся в мастерской Мартироса Сергеевича Сарьяна. Это один из самых выдающихся художников современности. Один из самых выдающихся художников 20 века. Все армянские художники считают Сарьяна своим учителем. Интересен его путь в искусстве. Сарьян учился у выдающихся русских художников Серова и Коровина. Он говорил: «Школа дала мне все, но нужно найти свой, собственный язык». И здесь, на родине, он нашел его в самобытности и своеобразии национального изобразительного искусства. Еще при жизни Мартироса Сергеевича был создан дом-музей. Это говорит о колоссальном уважении и правительства Армении, и армянского народа, и всего советского народа творчеству Сарьяна. Сарьян прожил долгую жизнь, и эта жизнь тесно переплеталась с жизнью народа, с его прошлым и его настоящим. Вот и наступил день открытия нашего музея. Музея современного искусства. В работах современных художников продолжают жить традиции и день сегодняшней советской Армении. Ее люди, их труд, их вдохновение. Спасибо, Генрих Суренович, за ваш рассказ. Если можно, ответьте, пожалуйста, на несколько наших вопросов.
Напомните, пожалуйста, когда в Армении появилась письменность? Армянская письменность была создана в V веке. Ее создатель Месроп Маштоц. Когда в Армении появилась письменность? Письменность в Армении появилась в V веке. Творчество Сарьяна широко известно и всегда привлекает внимание зрителей. Как вы думаете, почему? Какова основная тема творчества этого художника? Что является главным в жизни каждого художника? Это верность своей земле, своему народу. Это возможность стать выразителем душевного состояния своего народа, всех его бед. В этом смысле Мартирос Сергеевич является летописцем нашей эпохи. Какова основная тема творчества этого художника? Преданность своей земле, своему народу, утверждение красоты человека. Да, это великий художник. И не случайно он отмечен самыми высокими наградами нашего государства. Сарьян – народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда. Сарьян – народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда. Наше путешествие по Армении закончилось. Надеюсь, мы еще встретимся на этой гостеприимной земле.